Дмитрич, привет. Приветствую. Чернобаев Леонид Дмитриевич. Знаешь, зачем я к тебе пришел, к старому другу? Ну-ка, рассказывай. Пожаловаться. Вот. Украинцы нас обходят со всех сторон. Кстати, подожди, чуть-чуть перебью. Пусть это зрители не думают, почему рука тут. Дождь идет, снимаем под дождем. А, да, снимаем под дождем. Я говорю, я с жалобой. Ну что, отстаешь честь этих самых садоводов Сибири? Ну а что ее отстаивать? У нас, слава богу, в Сибири растет. Посмотри, вон, давай туда, Подводи камеру. Вот он, персик, сорт хасанский. Это персик привитый. Ну вот, его видно, да, там? Посмотри, какие красавцы. Еще бы. Вот. Еще бы. Вон. Еще бы. Вот эта часть, это не привитый. Но на вот этой ветке один единственный был, это самый, завязался плод. И посмотри, во сколько вот раз он пропил. Вот, чтобы показать его на руке. Жалко, оторвем его. Давай оторвем. Лучше. Нет, не вот это уже как бы, это уже как бы мелкие. Тут не будем. Давай близкий план, не будем это трогать. Не, сейчас. Вот моя рука, вот он, красавец. Причем здесь рука? Вот привитый персик обычный, вот он. Слушай, это когда он успел окраситься, они же... А солнце прожигает здесь. В тени они не окрашены. Вот. Ладно. А это семечки выращенные. Семечки крупнее привитого. Ты что, правда? Ну, я тебе точно говорю. Дело в том, что он единственный всего завязался на всей ветке. Мы на него молиться будем. Его надо с этого будет... Вот с него надо семечку тоже посадить. Вот. Да, это не в этом. А теперь... мне надо его взвесить. Поспеет. Давай так, он поспеет, еще не отдам. Поспеет, отдашь. Пойдем, я тебе сейчас там покажу, где тоже совершенно не привитые. Вот привитые я взял с собой для соразмерности, самый крупный. Давай, сейчас. А, все наоборот. Открывай, а то я... Не, уже закончился. Да не совсем, я тебе скажу. Да ничего, давай это, убирай. Так, вот здесь тоже привитые, но здесь плодов мало. Здесь явно крупнее. Нет, такие же, да. Ладно. Куда? Ну, давай, чтобы полная ясность была. Никогда никому не скрывал и не преувеличивал. Нет, пойдем. Укрывные. Вот эти накрываю, потому у меня каждый год урожай. Вон, сними эту веточку. Смотри, какая. Вот она, наклоняю ее, да, и укрываю. А потом или подпираю, или подвязываю. Вот, в частности, на шнурках. Поэтому вот здесь она поспеет только в конце октября. Ближе или так числа 20. Ой, сентября. Октября. А, ну тут тень сплошная. Слушай, раз это не Украина. Иди сюда. Вот это не Украина, я про сливы. Нет. Говори, это. Сорочинская. Нет? Кто, слива? Да. Нет, это Ника. А, все понятно. Вот, ходи сюда. Давай я тебе зон. Ох, красота. Вот. Да не надо. Совсем не привитый, то же самое. С косточки выращенный. Чем их больше, тем, конечно, плоды мельче. И там он в конце у меня. Пойдем в конце, я не в это. Непривитый. Пусть намокнем, пусть замерзнем. Вот, ты должен отстоять честь. Да ладно тебе. Да ну тебя это. Ты это над фотоаппаратом своим только так наклон идет. Я в душе горжусь украинцами. Все-таки они начали с моих косочек, с моих черенков. Вот смотри, Константинович, тоже непривитый. Как бы вот... А, дай-ка я сейчас брошу этот зонт на время. Правильно. Че бы. И да для хохмы, для сравнения, вот посмотри, вот который привитый был и вот непривитый, да? Величина. Никакой разницы. Вот, теперь смотри. Вон они. То есть на солнце они ярче становятся. Да. А внизу, для них там какая гроздь. Вот отсюда зайди. Давай. Вверху уже стебли новые наросли. О, да? Эти точно. Гирляндами. Эти вот. Точно до октября. Нет, наоборот, эти почему-то в тени быстрее спеют, чем на солнце. Ну, тебе вот смотри, я отвалился. Ты думаешь, он это зеленый, на возьми же мне. Нет. Он же мягкий. Там да он дело в том, что это... Действительно, из-за урожая они кажутся мелкими. Чем у меня урожай-то слабый был, но у меня в три раза крупнее этих. Ну, Константинович, ну не в три раза крупнее вон того одиночного. Нет, вот как раз такие. Слушай, что у тебя это начал этот... Это... Гигант Подмосковья падает. В этом году хреновый он. Что ты тебя обижаешь? Ну, вон... Что такое хреновый? Ну, мелковат. А второе. А, мелковат. Да. Я не могу.
Я не могу. Ну вот ты обижаешь, это самый мой клон. Нет, иди сюда, глянь. Давай покажу крупнее. Нет, а то ну, правду подумает, что это. Ну, конечно, вот. Вот. Ну, что это такое? Мелочь, да. А вот это, погоди, мне тут показалось крупнее. Не, одинаковые. Это просто уже ветки не выдержали, легли. Глянь, какие. Ну, конечно, они крупные, почти, ну, с твою руку. Нормально. Ну, в этом году, правда, мелкие. Были два раза больше. Совершенно верно. Вот примерно такая. Ну, короче, так. Выводы делаем. Ну, у них климат мягче. Вот. Да. Но это самое, это ну как бы сказать-то. Ну, в общем, я считаю, что ты отстоял честь. Да какая честь? Просто. А такая честь. Вот, у меня же есть я сам... разные это по. Значит, ну, дело в том, что большинство просто посажены и это же семечко. На него привито, так вот те привитые, на этот же самый саженец. О-о-о. А некоторые прям семечки, вот они, пожалуйста, растут. А что касается саженца, вон у меня аллея, видишь, до самого конца. Это семечек растет. Вижу. Вон она, до конца. А что ты не продал их? А зачем? Или это этого года? Серега, этого года. Этого? Ух ты, ё. Это семечек выращенный. Иди посмотри. Иду. Через виноградник сними. Иду. Они выбухивают иногда чуть не с мой рост. Слушай. Вот, пожалуйста. Это, наверняка Серега уже заканчивает продажу. Серега уже заказал. Он уже, уже успел. Уже заказал. У него уже привитые, все распроданы, угу. Так? Ага. Вот чем хорошо, я говорю. И я всеми благодарю. И эти украинцы молодцы. Они же помогают, это, наш... Казанский прославлять. Да. Уже на всю планету. Пусть вот, допустим, не совсем крупный, но, черт возьми, это персик, да еще в Сибири. На юге крупнее, раз. Ну, там-то крупнее. Кто выращивает теплица, крупнее, два. А, ты имеешь в виду это же сорт? Да. Ну. Казанский он самый высокий в мире, это я говорю. Ну, по крайней мере, да. Здесь он зачастую неукрытым. Вот у меня два дерева там стоят неукрывные. Они через год бывают. Ну, как под морозы под сильные попадут, то все, почка отмерзает цветочная. Ну, так-то они стебли растут, а цветы ноль. Ну, главное, не замерзает. Нет, в прошлом году они вылепленные были, ты снимал. Я, ну, ладно, через год, но это что? Ну, бывает и каждый год. Ну, а у науки знаешь, зима. Как пишут? Значит, там по югу 10-12 градусов морозостойкость. По югам. Да. Наши ученые достигли 26-28. Это отлично. Отлично. А у нас... Ну, у нас тоже 28-29, ну, до 30 терпят. А дальше... А дальше, пусть пропускают урожай. Ну, да. Ну, главное, деревья живы. А, деревья, вон они. Так, ну, ладно, полюбовались на твои сеянцы этого года. Ну, вон там они гуще растут. Кое-где некоторые не взошли. Самое интересное, схожесть зависит от стратификации. Вот, некоторые вон зашли поздно, видишь, какие маленькие, другие вон, и они рядами вот так посеяны. Вот тут в ряду один только вышел. А на следующий год вылезут остальные семечки, это однозначно, уже по опыту знаю. Если они не взошли в этом году, на следующий год зайдут. Да. Стратификацию хреново, наверное, провел. Хотя я их закапывал здесь. Ну, так, и еще так, я сейчас закончу съемку, иначе она сама закончится, потому что... Не хватит этой зарядки. Надо еще на твой тот участок. Сегодня прям, что ли? Нет, сегодня уже. Ну, в другой раз, да. Но недолго. Во-первых, мне надо розовые венгерки обязательно про них снять. Так? Угу. Опять с Тотором они это самое спорили. Я говорю, на моем участке нет и не было ни одного, не то что дерева, плода розовой венгерки. Вот, что у меня Чернобаев, он говорит, да, Чернобаев, тоже клянется, это ты, что у Железова брал. Я брал у тебя. А она была синяя. Да бляха-муха, я не знаю. Вот ты, допустим, это самое, вот розовую дал, да? Вон она там торчит, ну. Да? И рядом синяя, которая, ты говоришь, Ника. Она такая же, как венгерка, тоже длинноватая. Созревает ужасно поздно, где-то чуть не к концу октября. Ну, сладкая до предела. А это вот уже начало созревать. И вон у меня там на столе их, наверное... Десятков 4-5 уже упали, сегодня собрал. Жена уже компот из них делает.
косточки выколупывают, мы же не сомневаемся. Ладно, короче, мне надо на том участке снять розу венгерку. Раз. Сними. Самые первые персики, первые два привитые, которые, оказываются, у тебя живы. Нет, первый один живой, один живой. Один помер. Ну, даже тот один, это уже все, ветки с него. Это так ему даже 20 лет уже. Вот, я и говорю, он 20 лет прожил в Сибири неукрывной. И да. Тогда получается, что это мировая сенсация. Да только... ладно, нет. Слишком громко говоришь. Какая сенсация? Это... не, не найди второй такой на всей планете. Мы привыкли. На всей планете найди такой второй. Кстати, до 40 у меня тоже один, один сохранился с тех времен. Говорю, только один. Первые годы, да? До 40 градусов доскакивала температура. Но... подмерзал. Ну, ну бывало, там жив. Веточки, вот эти, особенно которые по второму сокодвижению растут, они отмерзали. Сейчас нормально, но нет таких морозов у нас. Что тут говорить? Вот прошлая зима ниже 28, наверное, не было. Зато все улеплено. Не, у меня-то было 38. Да ну нахуй. А вот так. Че, я же слежу за этим. Же. Нет, я же тоже слежу. Да, это у тебя, вот, у тебя город греет. Нет. А, да. Вон вышка, на нем все время, каждый день вот градусы все светятся. Я специально смотрю. Много лет слежу. У меня по сравнению с майной каждый день на 5-6 градусов, на 8 мороз больше.